В свете визита глава оборонного ведомства Израиля Бениамина Ганца в Баку и его вчерашней встречи с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, мой коллега Самир Кулиев пытался разобраться в вопросах военного сотрудничества между Баку и тель а также Баку и Тегераном. Здравствуйте, Самир. Вам слово. Здравствуйте, Ильнара. Да, все правильно. Именно между Баку и Тель-Авивом. Дело в том, что именно в Тель-Авиве находится оборонное ведомство Израиля и генеральный штаб армии. И, в общем-то, действительно отношения в военно-оборонной сфере между Азербайджаном и Израилем находятся на довольно хорошем уровне, и визит министра обороны Израиля, Бениамина Ганца, подтверждение тому. Отношения начали зарождаться в начале 2000-х годов, когда впервые Израиль совершил продажу крупной партии вооружения Азербайджану и особенно стоит сказать о... В 2012 году, когда Азербайджан приобрел у Израиля беспилотных летательных аппаратов на сумму не менее 1,6 миллиардов долларов, конечно же, речь прежде всего идет о таких беспилотных летательных аппаратах, как ХАРОП. и мы видели их в действии. Впервые, что самое примечательное, данная система, система ХОРОБ, беспилотных летательных аппаратов, была применена в действии именно в дни апрельских боев 2016 года. Помимо этого, в 2014 году министр, тогдашний министр обороны государства Израиля, Моше Ялон, он стал первым израильским главой оборонного ведомства, который посетил Азербайджан. Уже дальше эти отношения стали развиваться в 2017 году с официальным визитом. В Израиль э, направился наш министр обороны Закир Гасанов. И в июле 2018 года Азербайджан посетила израильская делегация во главе с председателем совета директоров компании Aeronautics. Э, Едиди Яри. Она встретилась с, с Ехьёй Мусаевым, заместителем министра оборонной промышленности Азербайджана и э, тогдашним заместителем министра. И в общем-то с... Э, тех времен вот эта вот продажа именно беспилотной летательной э, так скажем техники была поставлена э, на поток Uh, наиболее такой, наверное, яркой страницей в отношениях именно в, обо в оборонной сфере между Азербайджаном и Израилем это является визит в, в сентябре 2018 года в Азербайджан uh, министра обороны тогдашнего, опять же, Израиля, Виктора Либермана. Это человек, который имеет огромный политический опыт. Uh, в настоящее время он является министром экономики Израиля. Ран ранее он также был министром иностранных дел этого государства. Uh, в общем-то, uh, Виктор Либерман действительно является таким вот проводником Израиля азербайджанских отношений и действительно по справедливости относятся и к тому конфликту, который у нас был на протяжении 30 лет э, с Арменией. И в целом, как и позиция Израиля, и его позиция личная, это, конечно же, э, признание территориальной целостности Азербайджана, суверенитета Азербайджана. Вот Израиль, в отличие от Ирана, стоит сказать, четко всегда говорил именно о территориальной целостности Азербайджана, тогда как Иран э, до сегодняшнего дня он э, просто говорит о территориальной целостности государств в регионе в целом, но не конкретизирует Азербайджан. И, в общем-то, вот, когда состоялся визит э, Виктора Либермана в 2018 году, он тогда встретился и провел многочасовые переговоры с президентом Азербайджана, с министром обороны встретился, с министром по чрезвычайным ситуациям, э, значит, с командующим войсками республики, главой внешнеполитического ведомства Азербайджана. То есть была такая вот премьер-министром и вице-премьерами стран, то есть была такая именно серия встреч, было видно, насколько э, оборонное ведомство Израиля заинтересовано в э, налаживании отношений с Азербайджаном. Также в январе 2019 года стало известно, что Израиль поставит Азербайджану партию тактических баражирующих э, боеприпасов последнего покол поколения Sky Striker. Азербайджан стал первым иностранным покупателем Sky Striker. Стоит сказать, что э, почему именно баражирующие боеприпасы это такие тоже беспилотные летательные аппараты, дроны, которые имеют свою ударную часть и находясь, приближаясь к цели, они могут по сути часами находиться в возду воздухе и баражировать над объектом атаки пока не будет найдена какая-то оптимальная, оптимальная точка именно удара и пока не поступит непосредственно такая команда вот если брать сравнивать опять же отношения Израиля-Азербайджана в военно-технической сфере и отношения между Ираном и Азербайджаном, то э, можно сказать, что перспектива ирано-азербайджанских отношений тоже имеется. Э, да, конечно, речь не идет о конкретной покупке конкретного вооружения, но тем не менее, во-первых, э, иранская страна регулярно участвует э, в различных военных учениях, в частности, Кубок моря. Вот вы увидите на кадре церемонию открытия в 2022 году. А вообще Кубок моря преимущественно проходит именно в акватории Азербайджанского, азербайджанской части Каспийского моря, именно в Баку проводятся эти мероприятия. Но ну, бывало такое, что и в других странах, которые значит, расположены на берегу Каспийского моря, тоже этот Кубок моря проходил. Кубок моря — это такое, такие военные, опять же, тактические учения, значит, которые проходят в рамках армейских игр ежегодно и Азербайджан всегда занимает первые и вторые места, как правило, то есть на море наши вооруженные силы, военно-морские силы показывают себя в крайней степени, в высшей степени достойно. И вот опять же, иранская делегация каждый раз прибывает, военно-морские силы Ирана прибывают в акваторию Азербайджана, проводятся учения. А далее, значит, опять же, в рамках тех же самых армейских игр на территории других государств мы взаимодействуем с Ираном, но э, что касается более такого вот именно э, практического как-то э, именно э, момента в наших отношениях, то, наверное, стоит сказать, что э, начались визиты сравнительно недавно наших министров оборонных ведомств, в частности наш министр обороны, побывал с визитом в январе 2022 года в Тегеране. Его приняли очень, так скажем, тепло и показали ему выставку, которая э, имеется на территории оборонного ведомства Ирана, ознакомились с ней и, в общем-то, приняли на действительно хорошем, опять же, достойном уровне. И в ответ наш э, говорилось, конечно же, о перспективах развития Ирана-Азербайджанских э, именно военного сотрудничества. И э, наш министр э, обороны Закир Гасанов пригласил иранского коллегу к нам в Азербайджан. Сам министр обороны из, э, Ирана пока что еще в Азербайджан не приехал, но тем не менее, э, например, на недавней выставке, которая прошла в сентябре этого года в Баку, оборонной выставке Адакс, э, приехала большая делегация Ирана и, в общем-то, во главе с заместителем министра обороны Иранской, Исламской Республики Иран. И, в общем, развиваются отношения, опять же, пока что присматриваются друг к другу Э, так скажем наше министерство в плане возможного сотрудничества в будущем и будем надеяться что э, будут у нас развиты развитые отношения и с Ираном тоже в этом направлении если брать э, в целом э, азербайджано-израильские отношения то э, Израиль для нас очень важное государство дело в том что это фактически наш второй потребитель азербайджанской нефти. И Израиль в настоящее время присматривается также к закупкам газа из Азербайджана. Мы перенимаем опыт Израиля, научно-технический опыт в различных отраслях. И, в общем, можно сказать, что отношения между Азербайджаном и Израилем, они идут по нарастающей. Если брать уже Иранско, Ирана, израильские отношения, тоже об этом хотелось бы два слова сказать. В общем, они в настоящее время находятся на довольно очень сложной ситуации в этих отношениях. Фактически Иран признается внешним врагом, Иран признается внешним врагом Израиля, а Израиль внешним врагом Ирана. И, в общем-то, так, скажем, вот в Иране, в иранском обществе сейчас, э, видимо, не, есть такая необходимость иметь какого-то внешнего врага, чтобы э, консолидировать э, общество, потому что перед лицом внешнего врага всегда общество в любой стране вот именно что объединяется, и поэтому часто бывают какие-то, э, так скажем, нехорошие заявления в отношении Израиля, в отношении Соединенных Штатов Америки, тогда как э, сейчас мы можем наблюдать и в истории э, ирано-азербайджанских отношений бывали периоды потепления, бывали периоды, когда эти отношения веками были на очень довольно хорошем уровне. И э, сейчас мы как раз-таки можем наблюдать, что немного эти отношения э, идут, опять же, э, в, так скажем, э, к нормализации отношений, можно так сказать, потому что нынешняя администрация Соединенных Штатов, она заинтересована в э, международных отношениях с э, Ираном, и, соответственно, Израиль, хотя официально это не приветствует, на самом деле, я думаю, Эльнара, что какой-то позитив, какая-то перспектива таких отношений может быть. Все же имеется. Да, все же имеется. Спасибо вам большое. Я напомню, подробный анализ о военном сотрудничестве Баку и Тель-Авива, а также Баку и Тегерана представил мой коллега Самир Кулиев.